Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые девчулечки, привет, мои красотулечки. Как ваши дела? У меня сегодня муж не работает, сегодня отдыхает. Так что я иду на работу, отвели мы девочку. Сейчас я иду на работу, он меня подождет в машине. Я быстренько сейчас на работу схожу. Сейчас с вами тоже поделюсь моей работой. Поработайте со мной тоже. Намазала крем против солнца. Сегодня солнце бьет, как я не знаю кто, прям так аж больно. И вот этот крем не очень мне нравится. Ну а что, это для лица только один у меня единственный, который есть. Так, этот я не возьму, наверное, с собой. Я с собой сумку, наверное, не возьму. Зачем мне сумку с собой брать? Здесь я в машине оставлю. Ох, есть. И так что вот так. Сумку здесь оставлю. Иду. Ой. Сумка. Сегодня сказал Андрей, что после школы девочку заберет, чуть-чуть с ней побудет, потом вечером он ее привезет. Ну, если он... Сейчас же он не работает. Я же вам сказала, он хочет открыть свое предприятие, как там называется? Маска, вот, Иван. Подождите, маску не одела. Маску забыла одеть. Сейчас маску одену. Вот у нас уже коробками здесь везде. Я не знаю, наверное, у всех так. Но как они мне надоели, эти маски. Если честно сказать. Очень надоели. Ой, мамочки, я две было оставила. Так. Вытащу. Сейчас иду в школу с мужем. И эти мужчины, которые мне поставили этот... что-то телефон так... Так, подождите, вот так. Вот так. Которые мне поставили штраф. Обратно ездили там. Хотели, наверное, обратно штраф поставить. Я уже в другом месте, конечно, машину оставила. Мой муж говорит, эти, да? Я говорю, да, да. Уже столько людям тоже штраф поставили. Там, а? Ну, сейчас же лето, им же на зарплату надо. Вот моя улица, моя работа. Улица вроде бы нормальная. Улица вроде бы нормальная, чистенькая. Ну, я так проверю. Вот моя работа, девочки. Сейчас окна помою. Ой, неохота, девочки, ну а что делать? Кто не работает, тот не ест. Мне очень нужно сейчас этот... Не только вот ради денег, девчонки, ради стажа тоже. Знаете, так, вот так поставлю. Такое ощущение, что я за решетками. За решетками! Так, вот так. Вот так, девочки. Штанины падают, не знаю, от чего они падают. Вроде бы не схудала. Эту неделю вроде бы не схудала. Так, штаны завяжу хорошенько. Короче, иду. Чуть-чуть сейчас веник возьму. Веник возьму. Короче, мое... Как это говорится? Ну то, что мне деньги дает, да, этот и веник. Так. Сейчас улицу проверю чуть-чуть. Ну там окурки, макурки. Вы же понимаете. Так, сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот так поставлю. Не знаю, что буду снимать. О, ну что-то сниму. Так. Ну вот так.
У меня улица очень чистая. Но я только вот что вытащила чуть-чуть. Потому что я вот эти места подметаю, знаете, чтобы. Ну, чтобы вот здесь чистенько тоже было. Возле бордюра. И вот здесь я чуть-чуть. Сейчас он машину отодвинет. А то не могу с машиной, когда вот здесь. Он постоянно вот здесь оставляет, да, паркованную машину. А это тоже так. Вот здесь окурки вижу. Вот видите. Вот так когда это некрасиво. И вот я это стараюсь убрать. Вот, а сейчас видите, вот так чистенько. Когда так чистенько и приятненько. Ну, я вот так сметаю. И вот эту улицу стараюсь. Хоть мой подъезд где он, но все равно. Так, очень неудобно, девочки, подождите. Ну вот, кажется, ничего, да, ну посмотрите, сколько мусора набрала. Ну вот так, короче, видите, да? Совок здесь полный. А зато как чистенько. Обожаю, когда вот так чистенько. Сейчас он отойдет, и я помою. Сейчас я полы помою здесь. Вот так, мне не скучно, девочки, по утрам. Бегом, 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 все это. И мне хорошо. Какое-то движение. И я уже несколько раз говорила, лестницы мою один раз в неделю, вот весь подъезд. Ой, сейчас сниму чуть-чуть маску. Так. О, не могу с этой маской, девочки. Лестницу мою один раз в неделю, девочки. А вот этот подъезд каждый день. Ну, прихожку вот эту все подметаю. И лифт. Лифт, окна. Каждый день. Вот так. Вот так моя работа, девочки. Такого ничего сложного нету, но тоже все равно надо прийти, надо это сделать. Девочки, если бы сложно, конечно, не было, вы сами прекрасно знаете, что никто просто так деньги не дает. Зато я все так в чистоте держу. Ну, стараюсь, да, за свою работу держаться. А здесь же такие люди тоже злые. Злые. Сразу зависть вперед. Мол, что она тут делает? Ну, приди, сделай ты. Приди, сделай ты. Просто так зарплату кто дает? Я такого еще не видела, что просто так кому-то деньги давали. Не буду же я одна первой, из первых. Вот так. Вот прихожку тоже вот так чуть-чуть подметаю. Потом чуть-чуть подметаю, девочки. Сзади двери бывает. Ну, здесь же щель. Из щели выходит. Вот так. Потом ковер поднимаю вот этот. Ну, если пылинка. Потом ковер подметаю, поднимаю. Под ковром.
Понимаете? И вот. Потом двери. Двери, конечно, обязательно. Двери, конечно, обязательно. Сейчас же еще с этим вирусом все. Вот где почта. Вот это все обязательно. Теперь я вот ковер вот этот поднимаю с одной стороны. Вот этот ковер. Поднимаю с одной стороны. Вот смотрите. Вот так. Вот смотрите, все равно выходит. Видите, хоть каждый день делаешь, все равно выходит. Видите? И с другой стороны. Сейчас мне муж помог поднять. И с другой стороны вот так же. И с другой стороны вот так же. Вот чуть-чуть по бокам. И пол помою. И вот так целый день, девочки. И вот так целый день. А потом довольный, как паровоз, выхожу. Вот здесь у меня жидкости, видите, да? Вот такие жидкости всякие. А это лак, как будто лак. Это окна мыть. Он очень хороший. Так. Добавляю эти жидкости вот так. Чуть-чуть. Ну, совсем чуть-чуть. Пахнет хорошо. Свежо. Потом, девчонки, помой один, помой второй, помой третий. И как заслуженная иду домой. Мои любимые, вот поделилась я вами, с вами моей работой. Швабры у нас вот такие, ничего сложного здесь я нету. Видите, вот такие швабры, мы ничего не трогаем. Вот наши швабры. Ничего сложного здесь я нету. Потом вот эти надо вытирать. Вот эти, знаете, вот посмотрите, какие они чистенькие. Вот это везде надо весь. Один раз в неделю все делаю. Этот, здесь 7 этажей, 5 наверх и 2 внизу, да? И вот, вот это каждый день, девочки. Вот это вытираю каждый день. И вот это вытираю. Видите, как все чистенько. Вот так. Кто хочет прийти со мной на работу, я согласна. Приходите, помогите. Кто думает, что это легко. Неделю просто приходите и посмотрите, это легко или нет. Особенно, когда в неделю один раз подъезд. У меня же 5 подъездов. Я понедельник, вторник делаю все этажи. Все этажи делаю, а потом уже в течение недели так. Это самое. Ну, вы поняли, да? Только прихожку. Так что вот так. Смотрите, двери какие. Это зеркало один раз в месяц. Но если вот здесь там чуть-чуть пятно есть, что-то есть, конечно, я вытираю. Поняли, да? И вот эти, здесь стекла, видите? Вот эти штучки, это каждый день. Это каждый день. Вот смотрите, вот они меня проверяют, да? Я вот так эту вещь оставляю. Вот эту вещь вот так оставляю. Каждый день она вот так бывает. Она вот так у меня бывает, чтобы они проверили, мол, я приходила или не приходила. Ну, люди вредные. Вот это вредина есть. Это вот с этого подъезда это вредина, который мне работу хочет забрать. Так что вот так, девчонки. Мои родные, мои золотули. Мои роднульки. Пока, девчонки. Движение – это жизнь.